тут пиздец, Андрей, у меня 190 FPS. В смысле, как так? Ты компьютер себе сделал? Да. А кто куда идет? Я у нас центр. Хард свободен. Иди на хард. На хард? Иди на хард, да. Баунти Хантер. Бери себе Баунти Хантер, иди на хард. Баунти. Иди ты на хард. Или Ранжевика, Виндранерку, хорошо тоже. Кстати, да, Максим, по поводу типа этого саппорта, можно было взять рейнджа и тоже с высотакой жестко ходить. А, ну да, мне пофиг, смотри, у меня купил себе. Не, Максим, у меня было всегда 30 FPS. Это все неинтересно, что вы рассказываете. У меня было всегда 30 FPS. Продолжай. 30. А сейчас вот 190 я убрал, конечно, поставил себе 140, но он тупо стабильный вообще. Да, напиздел никогда. Чуть-чуть на 190. Не, я не напиздел, я поставил FPS Max 200, и он у меня 190, и не падает ниже. А сейчас у меня 140, потому что я знаю, что надо ставить 140. Рейты прописал, все прописал, и пиздец, я не могу понять, я в состоянии аффекта небольшого сейчас. Короче, такой яд! Какая-то дует пропит должна быть, где она? Она в топе. Иду в топ. Чем она убрала отводы? Или не она? Я здесь еще котел. Так мы сейчас всех. Сейчас. Ну-ка, Эш, иди сюда. Если котла заблочить, на самом деле. Ебать, я вижу, как шаман бьет другого шамана, и он не лагает. Давай. Черт возьми. Побьем! Давай. Нас сейчас правда задут в черта. Да пофиг вообще. Подхавалим, давай, работаем. Ты смотри, не брал с собой? Только сейчас хавль включили, а жаль. Мы жаль, мы типа убивать начали. Писать забыл. Оп, хорошо сыграно. Так, да. А у вас вы сами, да, это настраивали вот эти? Да. Вес, там все такое. А тоже все настроить. Это как нуб? Да, на стабильно. Понял. Я же с завода сегодня уволился, как бы все, можно тут уже. Хорошо. Выбирать. А мы, кстати, видели твои усы. Да, отличные усы. Хорошие усы. Заводские. Я их растил 2 недели, 2 месяца. А вот на заводе критерии это важны, типа усы? Ну, естественно, если у тебя усы есть, то как бы ты такой. Большая шишка. Я понял. Ебать, сейчас тролль жесткий. Сейчас ты хорошо на меди все сделал очень. Я просто задумался чуть-чуть, В этой дотке теперь тролль хиляет того, кого меньше хп рядом с собой. Ну и пошел хилер в жопу. Ну да, типа я сейчас напал на него, и вот уже 2 минута. А мы все пиздимся. Вот там кто-то хаст пиздит. Кто его пиздит? А, подожди, это ты с начала игры стоишь вот с этими троллями, да? Ну типа, не, мы сходили убили. Го, коня ебать, го! Это ж не конь. Конь, ты будешь коня ебать? Да, я буду. Вон, смотри, куда бежит. Хочешь на меня побежать? У него ман на скивер только. Нет. Надо ему въебать что-то, Андрей. У меня все плохо на меди, ребят, сори. Мы его уебем. Сделай ему что-то. Можешь я сделать хочу ему что-то? Я хочу ему делать что-то. Я пошел его есть просто. Сейчас, смотри. Не, не на сделаю. Самом деле, кстати, ему не сделаешь, но а я как ему... тебе отличное предложение забить хуй на коня в центре и убить коня в топе. Так лол, у меня внизу там просто никто не стоит. Там супер фаст, типа, мега левел. Забей на луну, идем. Конь, конь. Прокати идем, меня стоп, вперед. Идем в топ, убиваем просто прокати, и того, и второго. Бля, нормально. ТП купи сейчас и поедем. Я ТП купить. Ребята, а курицу кого-то апнуть будет? Бой, я тебе, конечно, куплю, но я ликантроп. Спасибо. Митяй, я ТП купил, типа, могу ТП делать. Продаю свое, давай, я подваливаю в топ. Угу. Только я буду по варду идти, поэтому надо, ну, напасть как-то так вот. А где у них вард здесь? Да, вот на руне, ну, один, короче, спот убрал нам, я думаю, что вот здесь вот. Вот, вот, давайте на котла. Блин, как же приятно таким магнусом стоять. Это был очень хитрый мув. Ну, меня китар застанил, начало уже не может после пройти, он не может пройти, надо тычку дать, еще тычку эш. Достает. Я плюну шовикен в него, не, у него 2 фласки, ебать. Гадюку вот эту, го? Давай, давим. Бьем гадюку, ну, то, блядь, не доигрывает. Че ты это? Понял. Ребята! Максимка, я все видел. Ребят, начал. Магнитозавр там сверху где-то с руной тусуется. Ну, эш вообще у нас там без ледяных стрел, у него сайленс на 2. Охуеть. Я 2 раза нафидонил уже. Ничего страшного, все бывает. Сайленс на 2 не замедляет.
что я помню. Так, Doom с этим, с шоквейвом от сатиры Dread. Так, пойду я вниз назад. Это опасные вещи. Да, ну станом не попали тоже, конечно, но. Бля, нормально. А, типа, у нас было два фейла? Не ноем. Так, что там, и мои стрелы не нужны. Блин, знаешь, что не в скайпе, это вообще не ок, на самом деле. Ну, на работе, может, написал. Не, ну, что ж поделаешь. Не, Эш, ну ты же не говоришь, а чат-то не все читают, правильно? Кстати, чисто поржать, ты можешь его заблокировать в чате? Ну, вообще да, могу. По фанчику так. Это наша атмосфера. Что, блять, thanks, go, поехали. Хорошо. Уёбок. Не озвучивайте вопрос Дреда. Я не хочу ее отвечать. Не, как вообще? Пойдем еще раз на топ сходим, Митя. Только сейчас я нормально сделал. Я тебе больше не доверяю. Да, я нормально сделал, нормально. Ты в тот раз тоже говорил, что ты нормально все сделаешь. Я в тот раз ничего не говорил. Ну ты подумал об этом. Ну это подумал, но это было так, мимолетное. Вот сейчас, пошли, ну пожалуйста. Типа этот крип, он дорог мне, как брат. Блять, как же много у меня дэмэджа. Еще 30-ку хочешь? Как я люблю дэмэдж, ну-ка 10-ку еще. 30-ку даю. Так, давай, плюс 53, хорошо. Убиваем. Максимка, хорошо. Сейчас нормально, да сделал. Я справлюсь с собой. Ай-яй-яй-яй-яй. Просто ёбаная ДД. Так. Это было больно. Хуан. Так, надо кого-то уебать. Где мы это можем сделать? Может, ребята? Нету? У меня вообще ничего нету. Понял, все. Варды бы обновить, ребята. Купить кто-нибудь, у меня просто на ботинки даже не хватает. Да и бы хотя бы хоть одни купить, на самом деле, их не то чтобы обновлять. Погоди. Ладно, поехали. А шо, мы всей командой Луну не осилим, не? Переконтроль, да, скурить все, потому что она просто... Да у нее тут такие делишки, на самом деле. Она тут тауэр ломает безнаказанно. Безнаказанно, говоришь, да? Угу. Я попробую что-то с этим сделать. Скоро очень. Ну, давай. Так, вам нужен хаваль? Мне нет, я к мову не подхожу. Мне тоже не нужен. А у них там вижен, что ли, на тебя стоит? Не стоит. Ну, есть. Только Line Ward стоит и все. Ну, вижен есть на тебя? Нет, сентри нету, ничего нету. Ко мне даже никто не выходит. Короче, стоит, ладно, пойду человек. Еще Шмидт пропушу, наверное. Так солидно, чтоб было. А там товара нету? У нас глейвами она пушит, сейчас будет уже тауэр бить. У нас глиф есть, возможно, задынаю его, смотрим. Так, какой левел? Мне кажется, вот здесь дом, вот здесь. Пятый. Не, я пойду сейчас на низ, так вот, тебе советую, на самом деле. Давай. Сейчас еще на руну. О, посмотрим. Я задынаил, ребят. Хорош. Сейчас дом сзади. Да. Ага. Что? Ага. Дом у тебя сзади был. Ты обманул, что ли, меня? Так, там... ну Луна куда-то выебала. Я не знаю, куда. Луна вот здесь, ультом. Ох, какой, он, сурки, давай. Ты очень сильно бьешь. Слышите, да? Куда что, Луна? Ну ничего, вот вот даблкил Луна. Ой, даблкил Луна, это к нам. Ага, да. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй. Ты смотри, что творит, а? Ой, что творит этот S-шейкер. Лун барабан. Так, нам и сверху, получается, плохо делают. А я сейчас шестой возьму с этой пачки. Так, ну я с треком, типа, убью. Сейчас надо куда-то ехать. Так, ребят, на топе у меня дабл дэмэдж, вообще все, что нужно, есть. Давай, хауль не трачу, до атаки. Как они там нормально эши вкатывают. Даю хавль. Куда он делся? 141. Вот, улетел. Идите нахуй отсюда. Знаете, Товер хорошо занял. Ну, кстати, ни одного товара не отдали. Я не. Между прочим. Найсец. Не, ну сразу видно, что мы не какие-то хуесосы, а нормальные типы. Шпилим серьезно.
Блин, выкидываете руну еще из курицы, неприятно. Я мотивировал вас или нет? Да, ну так, нормально. Вот этого можно убить, у него этот один не даст без ботинка даже. Так, куда я еду с треком? Вот сюда едь, вот это. Кто хочет? Ну я в соло его не заберу. Куда мы едем всей командой? Без ботинок. Ну, пойдем. Пойдем вдвоем. Ботинок? У меня один не даст. Пойдешь? Я еще далеко. Я же в визике. Я его буду готовить. Блин, ну на меди этот парень на самом деле надоедает немного. О, вижу типа без ботинка. 630 хп. Увидел меня. Я понял. Ну короче, после дума сейчас убьем его. Угу. Дум можно половина уже. Я кружочек пошел делать, да. Давай. Хотя 900 хп, я хуй его, что мы с ним сделаем, на самом деле. Ну как, фиссурка? А, вот, смотри, нормально. А что там такое? Ага. Не-не, ничего. Слышал про луну даблкил? Слышал про даблкил в этом лесу. Ты в линейку играл? Знаешь, такой Forest of the Dead? Ну Эш, ты же без стрел, как мы ее убьем? Мы с тобой Forest of the Dead. Да. Вообще нам по-хорошему пятером надо бы собраться и пойти этого раз забирать. Угу. Можно вот этот с этого начать, нет? Можно. Или вот этого, да, реально, чувачка. Вот этот бы чувачок очень нормально пошел. На третий левел, потому что. Пытаюсь пропушить, там отпушить, что-то сделать полезное, но не получается ничего у меня. Пошли вниз, Андрей. Сейчас пойдем. Все, я готов. Или коня вот этого ебать. На меди смотри, как много народу. Ну да, но они с РП и ультами всеми. Так, это фигня, фигня была вообще. Нанести демидж. 1000 хп у ведьмы, у этого поменьше. Ой-ой-ой-ой. У меня нету маны. Я вообще не хочу с таким хп туда идти. Да я просто укусил. Все. Сейчас там уже вижу, начну покупать. Дум сейчас себе что бы это же купит. Может, это плохо. Не, он только фейзы принес. А, тогда не купит. Он нас уебал тогда. Может, вот этого попробуем? Я потянчу. Может, давайте начнем с более легких доступных целей вот этих. Там можно по трекам еще уебать кого-то. Каких? Еще раз, пожалуйста. Вот эта цель и вот эта, они более доступные. Давайте начнем с нижней вот этой. Угу, давай. Или вот здесь вот. Вот здесь хорошая цель. Давайте. Все-таки, да? Угу. Хорошо. Я подскочу. Вы по вижену, походу, да, пошли? Ребят, смотрите. Я понял. Ну там луна с ультом, я не фанат, кстати, этих дел. У волка нашего 50 хп. У шейкера проблемы еще. Нормально, я третий левел быстро рейсу. Да. Если бы я тут отгородил Магнуса бы к вам. Вот эти вот хорошие новости. Я третий левел быстро рейсу. Хотя бы не дезморально. Так, ну вижен дал, ребят. И дровка вот с сайленсом. Тоже приехала. Че-то да, не это. Не убивает Эш. Хватает спел дэмэджа чуть-чуть. О, мне дум, трек, трек, пожалуйста, блочить, трек. Да не, нету трека, нету, я его просто... А, он с фейзами. У него левел дес неподходящий. У него вообще неподходящее. Ничего. Все, порядка, Макс. Какой монолих, блядь. О, ты смотри, быстро резнешься, еще и развел. Я третий левел. А мы не хотим их убить? Хотим. Чисто попробовать хотя бы. Не, я хочу. Да, ну идем похилимся все вместе. У нас типа все живы? Все типа живы. Я вижу там у типов поинт бустеры, доминаторы. Все нормально. У нас третий левел. Идем убивать. Рейсуется быстро. Ну я иду вот убиваю уже. Ну пока в крипов только, но там в теории будет все ок. Ну смотри, они без маны. А, слышите, контратака на тавр, пойдем. Она без этого, не хватит у нее на ульту. Так, вижена я не вижу у коня. Поэтому могу идти кусать кого-то. Ну ведьму проклял, короче. Видим ее теперь. Там проклял ведьму, вот это хардкор. Да, да, да. Нежданчик такой. Это конь, который будет нас отпушивать. Вот здесь он стоит. Да го его ебать, прям там, не? Тут луна еще подруга. Тут еще и луна, я понял. Она может магию свою сделать. Может. Делай, делай, о, делай, делает делай. Магию! Я плюну в нее. Если еще кто-то плюнет, будет пиздец.
Я себе просто съем. Тоже такой вариант устроит? Вася быстро бегает, ну что за хуйня? Ебаный 5-2-2 героя. Ты смотри на эту ересь. Они от ликотропа в ульте убежали. Так, ну Луна уебала отсюда. О, Андрюха, ой-ой-ой-ой. А что, мы ведьму не можем? Можем. Смотри, ведьму. Походу никого. Ну-ка, левел. Ага. Саня, ведьму. Я пошел ведьму. Просто кинь в нее. Издалека. Хорошо. Хочешь ее кидать мне? Ведьму надо убивать физическими атаками, она ведьма. Как там сейчас, вот так вот. Сразу эти мотивирующие фразы. Тавр мы сломали, все нормально. Я лишь рак буду бегать по домам всю игру, а кто будет дамажить, а хуй его знает. Линку? Бля. Да вот походу Скади тут, наверное, не Линку. Ребята. Не, в любом случае Блудстон сделаю, буду хилить вас. Надо так, просто драться ходить. Так, Магнус и Даггер. Здравствуйте. Пойдем контратаку на топе. Может все-таки вот этого? А может они вам не дадут это сделать? Ой, мы тут звоним. Митяй, эмоции свои? Чё, о. Это я ничего. Короче, рукой я уебал её, потому что ведьму надо серебряным оружием бить, насколько я знаю. Ну, правильно. Просто типа он это так не пожалел на меня РПшечку. Ну, пиздуем на меде дефить, команда. Го, го. Ведьма уже 1400 хп. Нам бы как-то попытаться в кого-то одного косты выдавать. Все магии, да? Да. Понадобится очень много, судя по всему, серебряного оружия. Ну, у меня серебряные клыки, я готов. Даже серебряные волки. Так, я тут. Я четвертый здесь. Магнуса блинк, то есть они нормально себя. Он без ульты. Чувствует, понял. А он руну подобрал какую-то, нет? Ну и пошел нахер. Тогда моя руна. Ну смотри, луна улетела. Луна улетела в топ. У коня гем. Поняли? У коня, у которого 520 хп макс. Надо выбивать. Нам надо сплитпушить очень активно всю карту. Иначе нам PSDs. Вот, и вообще Bloodstone, конечно, не очень хороший выбор в этой ситуации. Нам Рошана сейчас можно убить. Прямо сейчас. Не хедят, стакаются эншиты. Ну и что, нам надо сразу с доминатором. Мы идем Рошана бить, не? Ну я на топе отпушу, можете убивать. Хорошо. Так, я походу уже ничего не отпушу. Что пришел друг, который нас увез, блядь, скирот. Блять. Клево, ребят, клево играем. Ого, сколько их. Мне кажется, перформанс не получится поднять. Чё это, да, не та игра для поднятия перформанса. А чё такое перформанс? Это да, то, ради чего дресс сейчас вспотеет. Бля, ну сказали бы, что всё вообще серьезно. Не, ну так третий левел же, типа, быстро весается, может драться постоянно. Четвёртый вообще-то. Бля, извини. Нет, теперь долго. Короче, мой выбор шаг они, больше. Перформанс. Они сейчас сами на нашего Рошана пойдут. Так он же наш, мы не отдадим его. Ну, блядь, они возьмут и спидят. Они сейчас заберут Т2 помиды и походу... Все этого раз возьмут и Рошана возьмут. Ёбаные быстрые герои поголовные с ёбаным большим количеством хп. И дэмэджа. Да дэмэдж это типа не проблема. Котел. Большая ебана. Вон, эш делал. Котел и Банша. Ну, Банша вообще у них топ хп. Еще полторы, по-моему, да, у нее еще? Больше уже. У нее уже солбустер, если не Bloodstone. Можно было стрелы вкачать, я даже как не знаю. Не-не, ну здесь мы виноваты, мы штаном не попали, а стрелы это хуйня. Можно же было их соло убивать? Не. Тарарай, тарарай, там, там. Разлад, я смотрю, в команде пошел уже. Так, чуть-чуть, мы поперестанем. Го, наверное, Рошана все-таки, или Т1. Нам бы вижен какой-то, ребят, прям я не знаю. Я хочу поставить, но я боюсь, и так это... А чё ты боишься, ты ж чёртый левел? А, если что, быстро резался. Ну да, быстро резался и побежал опять ставить. Вечный двигатель. Ну и всё, значит, Рошана идём убивать. Ну, а там же, смотрите, опа! Ну, у нас это... Магии даю, всё, сейчас фишуру там всю хуйню. Пушим. Ты основной Рошана киллер.
Я думаю, я... Ой-ой, смотри, тут... У тебя медалька. Ну, типа, смотрите, вы их сейчас там держите? Хороший станк, кстати. Это иллюзия того, я ломаю тавер. Вот Дум, кстати, у меня, у него сейчас радик будет. Пойдем пиздиться на Рошане. Я сбил Дума на телепорт. Ну, иди сюда, но Дума там не будет. А с тобой его только что ТТПшил котел. Давайте я бы ему останусь, позбиваю телепорт. Ну, давай. Может, на топе заберем два тавера, попробуем, пока не на Рошане. Они снизу, на Эше. Го куда-нибудь. Ну, пойдем на топ, топе, короче. Заберем на топе. Так, кого-то пятый возьму. Вон уже забирал его. Топе началось. Мечай до конца идет. И правильно. Сам, я не уходил уже. Оно и верно. Все, наш, наш? Ну да, походу, идем. Дай станчик. Да. Ох, рэк, ебать. Ох, он придумал. Шестой взял, шестой. Я такого не... Не, Луна сейчас это все отменит, мне кажется. Слышно, он расист. Боюсь, Андрей, я боюсь. Парень, ты на репорт наговорил. Ага. Где расист? Расизм, репорт. Уёб. Парень из злого приоритета не выйдет. Я возьму, если тебе не надо. Не, мне надо. Бери, давай, хорошо. Russian Yellow West. Сейчас я ему... Все, ребят, по-моему, вниз надо ломать идти. Your English then talk racism. Я ему комбо дал. Смотри, смотри, смотри. Как в Mortal Kombat, знаешь? За гемом? За гемом, до конца. Давай. Это откинет. ТП-шит кого-то. Смида ТП-шит. Гем, забирай такой, ага. И на развороте отсюда. Отлично. Ох, что написал-то. Смотри, 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 смотри. Потом говори. А что, у нас гем есть? Да. Ого. Митяй, мне нужно парочку здесь прям буквально. Это ни одного я здесь не добил. Ну, одного ты должен был. Что я... Блядь, ну давайте одного крипа ёбаного. Спасибо. Агоним? Ну да. Тут вариантов немного, на самом деле. Надо еще Ghost Scepter все купить. Ни БКБ, ни линка мне не поможет, нихуя здесь. Так а шо, Рошана ж никто не отменял, по-моему. Естественно, нет. Я могу Митя тебя там закрыть, фиссу. Да, пойдем Луну отменим, пока БКБ у нее нету. Пойдем. Дали. Здесь типа Vision, дофига. Ой-ой-ой-ой. Митя, беги. Оп, Радик у парня. Тауэр с Динаем хотя бы. Ой-ой, не хочу фидить. Здесь лежит гем и Радику Дума. Все, преследуем. Преследуем. О-о-о. Ну я пожил. Ой, что я сделал? Ебать, что мы с ней делаем? Остановитесь. Отлично. Шестой левел взял, сразу пользуешься, да? Преимущество показал. Нельзя было так козыри наши все отдавать сразу. Как же я их жгу? Как же, блять, я их жгу? Ай-яй-яй-яй. Как же они меня жгут все-таки, наверное. Диджей Максим. О, ведьма включилась. Что тебе делать? База горит. Угу, угу. Так, ну Дума Тауэр бьет, я пользуюсь моментом. Так, шейкер, ну-ка. Мы, кстати, можем дать по еще паре костов Думы, и он кончится. Конечно. Да там потом... Слушайте, там гем у котла еще один. А, это твой, Митяй. Это тот. Магнус с ультой, вообще проблема. Ведьму тебе плюну. Вон, Магнус с ультой, да, неприятно. Говорит, что-то не дамажит. Вот, слышишь, ведьму закрыл. Это ли не выход, ребята? Ну, если мы нападем, нас Магнус увезет. Бам! Ну-ка, а чё ж не ударил ведьму-то? Я боюсь. Чуть-чуть. Я боюсь. Не хватает твоего. Ребята, я иду. Я иду. Чё, пойдем? Опять пропил ведьму. В неё же плюнул. Барабаны нажал. Ты упора бегу. Оп. А Магнуса будет чем-то сдизейблить? Сейчас прыгни, смотри. Да, шейкер, это не шейкер, да. Да вот я, в принципе, ты в курсе. Ну ладно, мне похуй, я пошел. Ну вот и он. Ну что за хейт, а? А в Дума есть что? Как я его подбородок ненавижу. О, в Дума есть Дум, я думаю. Я пошел ведьму укушу перед смертью. Нормально. А почему мне так больно она делает? А, потому что там 250 дэмэджа с критом волка, да? Угу. Ребят, ну клево мы играем. Клево, клево. Ну, пик у нас хороший, кстати. Да не, пик, кстати, на удивление неплох. Да, неплохой, неплохой.
играем клево. Волк, Траксагондар и 4 левела есть. Ну у нас АОЕ. Блин, у нас дред АОЕ. С аганимом. С аганимом. Ну да. Типа один делает АОЕ больше, чем вся их команда. Согласен. Но на этом мы и выезжаем как бы. Чё-то мне не нравитесь, ребят. И чего? Пик у нас дерьмовый, говорят. Сегодня, или нет? Там по плюс 150 дэмэджа у каждого на первом уровне, а у нас пик плохой. Мы на Рошана пойдем или нет? Магнус без ульты, кстати, почему нет? Ну все, зеленый свет. Пойдем. Сейчас, и дум без дума. И дум без дума, вот именно. Что, я могу начать даже, укусил. Угу. Кстати, ее будет. Что, медальку вешаешь при ударе? Ребята, ну это победа. Сейчас мы такие забираем Рошана и идем контрпушить мид. Хороший план. Блин, наш дэмэдж. Nice. Я кажется, говорю, мы не можем прикиньте, проиграть. Прикиньте, по героям будет такой дэмэдж. Пойдемте мид пушить. Мид? Конечно. Пойдем мид. Опа, и дальше. Ведьмы, блин. Сейчас даиром. Похуй, вперед, только вперед. Не хватает лучей. Магию включил, отходим. Слышите, да? Мы что-то идем без лучницы уже. А без лучницы что-то грустно. Давайте, ну, да, надо да. быстрее идти. Лоу, у тебя же есть три стрелы уже. Откуда он взялся? Кто-то очень медленно бежит. Все, вот здесь драку теперь. А, ты встанешь. АБКБ у тебя есть? Я отвожу от нашей базы врагов. Байбэк и теперь драку, ребята. Понял. Хорошо, давайте все, драку, поехали. Угу. Это шанс. Там нету ни РП, ничего. На РП там развели, нет. Да, и мы их качественно. Изи, так. Изи. Сейчас давайте, ребят. Подвезут, погоди секунду. Дагер сбил. Опа! Фул ДПС. Че возьми, как больно. О, Луна поехала. Так, ведьма! Ай, суицидная, это мразь. Все по треками, ребят. Так, Дум схватил, пойду похилюсь. Все по треками. Не, ребят, не пойди, не похилюсь, там Изи. Много очень дэмэджа. 1200 бабла. Вы видите, где они варт ставят? Это напрасно они так делают. Мне кажется, Максим не доигрывает эту игру. Я там открыл счет. Лол, закрыл. Максима, на минус мораль подбиваешь. Ну и все нормально. Да я не расстраиваюсь, как бы. Знает даже. Зато Максиму усы пиздатые. Ну вот, да, хотя бы так, понимаешь? Носи усы, носи не усы. И все же нам нужно нападать, ребят. Это наш единственный козырь. У нас нету кулдаунов ультов. Нет, давайте сейчас кто-то копит на байбек и подставляется под ульт Магнуса. Я могу без БКБ подставляться. Тогда, ребят, там нужно несколько человек, чтобы подставлялись под ульту Магнуса, иначе он не будет ультовать. Магнуса. Я могу тратить ульт. Но у меня нет байбека. Пойдем, ребят, пойдем атаковать. Что у нас там? Да у нас нихуя не будет. Вон БКБ есть на этом, на дровке и в порядке. Во, вот здесь драку. Сейф, сейф, брата. Да, так, БКБ. Сейф. Все, нападаем. Мы выманили ничего, я думаю. Как скьювер выманили уже, заебись. Самый Луна рынок. Внизу, кстати. Похуй. Я да атакую, можно ребят. Сбить телепорт Луны. А у него ульта нет, она бесполезная. Бежать, она сбоку заходит, это чучело. Луна чучело, здесь. Чучело сзади. О, ведьма! Вот. Ведьма обманывает. О, она ведьма ловкая. Все, не обманывает. О, накидать ведьме! Накидать! Так, накину. РП в минусах. О, все, первый она по трекам здесь. Пошел. На этого трек повесил. На так, коня котел, может, котел, да? Котел. Всем селом коня. Ой, это ну-ка. Я в думе, пошел кусать уже, походу, кого-то. Не, я поживу еще. Хорошо, дэмэдж, ребят, выдаем качественный. Кираса у Дума, все хорошо. Первый стыкан. Хорошо. О, я в Думе единственный, кто выжил, нормально. Слушай, вот это забавная история получилась, конечно. Это выгодно Дум ловить. Да, потому что тебя не трогают, про тебя забывают просто. Да. А он с гемом, да? Да.
Пало бывало и хуже. Ничего, мана есть еще пока. Успеешь, беги, хорошо. Вот это не очень хороший выбор, я думаю. Я забодал. Я думал, нормальный. Я тоже думал, ну видишь. Так, ну есть бояут. Это нужно использовать. Через 10 секунд я буду, это будет защита базы. Защита древних. Во, ой, Эш, как замедляет-то. И станчик еще. И что-то подшатало вас немного. Так, на луну кинул. Сюрикен я сейчас дам еще. Так, все, ребят. Ага, дума. Убиваем? Когда. Чуть-чуть. Все, рэди. Я мансую. А ведьму кинул. Блять, это очень больно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ульту задоджили. Бля, больно реально, да. Оп. Блин, ладно, ну, ладно. Мне даже не позволили нажать госскепта. Так, ну, все по трекерам можно убивать любого, абсолютно. Выбирай. Выбирайте цель. Только Магнуса котла не убивайте, на них нет трекера. И все в себе не отказывайте. Любого реально ебем. Так, одного выебали, хорошо. Следующий. Так. Ой, о, Эш нарезает, как нормально. Ну, двоих забрали, нормально, чё. Ну, есть, ладно. Да. Мы с Эшем такие самые нормальные, 2-2 размен. Самые нормальные это идёт. Я умер. Значит, и добавить нечего. Эш, ну, понятное дело, тяжело играть. Но ты бы все равно умер. А кто советовал Гондора взять? Так. Не, ну тут была идея, то что приходит Гондор на мид, мы убиваем ДП, а там изначально ее не было. Не, ну я типа с таким бы расчетом взял спикеру, она ультом перелетает. Там тоже классные скиллочки. Ребят, меня я не был. Отпушиваю мид, как могу. О, ведьма внизу. Ребят, у меня РП потратили. Вейст. Вот это лохи, да? What a waste. Головой не думают, согласен? Да, я не знаю, зачем а так чё это они, делают. А чё они дальше будут делать, мне интересно. Вот именно, без РП-то. Ага. Вообще, ну, изи. Кажется, там у Лулы только два иглсонга. Позамедлять их немного. Го, вот этого? Давай, позамедляй его. Опа! Ебать, мы его едим просто. Так. Наш! Хорошо, под треком. Просто наш. Я ее не это, не то, не того. Максим, ведьма, отпусти. Я тебя вообще, да. Так, и жив один только ликантроп. Стуц. Лол, Митяй, ну ты должен хавать их. А можно как-то сделать, чтобы нам соперники выдавало послабже немного? А то я чувствую, мы таким стаком вряд ли сможем играть вот с этими ребятами такими. Да сможем, чё. Изи. Чтобы я в игре участвовал тоже. Я себя не чувствую. Я бы в центр пошел тоже. Давай, дал дэмэдж дред. Плюс 53. Херачи. Даю минус армор. Ой-ой-ой. Хорошо. Да, они взрывают, короче. Ну, по таргету, по ассисту работают. Реально взорвали меня. ГГ, ВП. И это все, что можно сказать об этой игре. Просто ГГ и ВП. Virtus Pro. Virtus Pro. ВП. Они не поняли вдруг. Максим уверенно сыграл. Главное ассист.